Чем живет Украина сегодня, расскажем вам в ближайшие минуты в эфире ЭТВ Новости в студии Елена Чубак. Приветствую вас. Двое украинских бойцов погибли, еще пятеро ранены. Ситуация в зоне АТО обострилась по всей линии разграничения. По Маринке стреляли из минометов, попали в жилые кварталы. Двое местных получили осколочные ранения. Боевики активизировались и в Донецком аэропорту. На участке фронта Каменка-Авдеевка, шахта Бутовка применяют тяжелое вооружение. В Песках и Чурмалыке выпустили по 30 мин. Неспокойно и на Луганщине. Луганский напрямок. На Луганском направлении основные боевые действия переместились в Попаснянский район. По-прежнему неспокойно в поселке Крымское и в Станично-Луганском районе. Кроме легкого вооружения, противник ввел в действие свою бронетехнику. Тренинги украинских авиаторов. Генштаб Вооруженных сил Украины публиковал видео летно-тактических учений на истребителях МиГ-29 и самолетах Л-39. Летчики отрабатывали перехват воздушных целей, ведение боев с ударными самолетами и истребителями условного противника. Премьер Владимир Гройсман отметил ловкость курсантов и их профессионализм в управлении боевыми машинами. Украина должна быть на повестке дня Совета Безопасности ООН, заявил глава внешнеполитического ведомства Польши Витольд Ващиковский. Именно Польша в следующем году заменит Украину среди непостоянных членов Совбеза ООН. Ващиковский отметил, его страна не боится значительных вызовов, будет действовать глобально, а также примет участие в реформировании ООН, чтобы организация в целом была более влиятельной в мире. Напомню, непостоянные члены Совбеза ООН избираются на двухлетний срок. Украина заняла эту позицию в 2016 году. Конечно, мы будем заниматься вопросами, которые касаются стран далеко за пределами Польши. Но мы в любом случае не будем забывать о проблеме у нас по соседству. Это конфликт между Россией и Украиной. Данный вопрос станет ключевым на нашей повестке дня. Во Львове продолжается прощание с блаженнейшим Любомиром Гузером. К траурному мероприятию присоединились священники, которых он посвящал, бойцы АТО, а также пластуны. Завершится процессия в храме Святого Михаила. Чтобы отдать дань кардиналу, люди выстаивают длинную очередь, приезжают из других регионов. В воскресенье кортеж с телом блаженнейшего Любомира прибудет в Киев, в Патриарший собор Воскресения Христова. Его похоронят 5 июня. Из жизни Любомир Гузер ушел 31 мая. Объемы газа в хранилищах выросли почти на 10%. На начало июня показатель превысил 10 миллиардов кубометров. За аналогичный период 2016 года запасов было меньше на 900 миллионов кубометров, сообщили в Укртрансгазе. Ведомстве подчеркнули, Украина планово готовится к следующему отопительному сезону, а также создает все условия для надежного транзита голубого топлива в страны ЕС. Зеленая энергетика не только модная тенденция, это еще экономически выгодно. Сегодня энергия солнца, ветра, добытая из биомассы, уверенно отвоевывает позиции на рынке. В этом убедилась и Оксана Опрышко. На выставке энергоэффективных установок настоящий аншлаг. Украинцы стремятся сэкономить в будущий отопительный сезон. Ведь в прошлом году тепло в среднем по стране подорожало почти вдвое. Особый интерес граждане проявляют к твердотопливным котлам. В них можно забрасывать даже абрикосовые косточки, объясняет Денис. Через горелку пеллетную подается любое топливо фракции до 3 сантиметров. Это может быть там мелкофракционный уголь. Пеллеты любые, древесные, там прессованный жмых из семечек, например, да. Отдельно может быть там абрикосовые косточки, ореховая скорлупа. На установке альтернативные газовым активно переходит и коммунальная сфера. В прошлом году реализовали около 20 проектов в сфере газозамещения и возобновляемой энергетики. Бюджетная сфера, индивидуальный жилищный фонд, теплокоммунальные, которые продают тепловую энергию, смогли и уменьшить потребление, и заместить вместе 7,2 миллиарда кубических метров газа за два сезона. Мы не проплатили ни в российскую, ни в какую другую трубу. Эти деньги остались здесь. Это 1,5 миллиарда долларов. Количество мощностей, производящих экологическую энергию в Украине, динамично растет с 2015-го. Только за три месяца текущего года ввели больше половины прошлогоднего объема, почти 70 мегаватт. Мы закрепили зеленый тариф к евро до 2030 года. И на сегодняшний день любой инвестор, который вкладывается в зеленый проект и продает электрическую энергию солнца, ветра, биомассы, биогаза, он может возвращать свои инвестиции по зеленому тарифу, независимо от того, какой будет курс евро по отношению к гривне. Это сигнал не только для наших украинских инвесторов, но и для зарубежных инвесторов, которые считают свои деньги. По
Пока чистая энергия в объеме общего энергопотребления составляет лишь 4%. Согласно национальному плану действий, показатели планируют утроить к 2020 году. Для реализации задуманного потребуется 16 миллиардов евро, подсчитали в правительстве. Оксана Опрышко, Антон Куница, UATV. На поезде в Польшу «Укрзалезница» открыла продажу билетов в город Хельм. Первый рейс запланирован через неделю. Железнодорожники будут анализировать спрос на это направление. И если понадобится, задействуют больше составов. Это уже второй дневной поезд в направлении Польши. Первый запустили в декабре прошлого года по маршруту Киев-Львов-Перемишль. Он пользуется большой популярностью. Начальная школа одинаковая для всех. Министр образования Украины выступает за принятие закона, согласно которому первые классы не будут профильными. По мнению Лилии Гриневич, это уместно в более старшем возрасте, когда у школьника будет наработана собственная база знаний, и он сможет показать свои сильные стороны. Только после этого можно решать, какой предмет ему ближе. Все краски лета, яркие цветы, сочные овощи и фрукты. Алена Богацкая показала свои работы. Техника многослойная, живопись мастихином. Талант художницы уже оценили в Украине, США, Канаде и Европе. На персональной выставке в Киеве была Тамара Кононенко. В ожидании лета. Такое название выставка получила неспроста. Большинство картин Алена Богацкая создала осенью или зимой, когда о лете приходится только мечтать. И хотя художница признается, что не любит писать с натуры, образы на ее полотнах вполне реальны. Я сначала выбираю, согласно моему эмоциональному состоянию, какой цвет должен быть сегодня, подбираю цвета, а затем я уже выбираю объект, который будет изображен. То есть, условно говоря, если мне нужен красный, то значит, сегодня будут маки. Цветы очень знакомы для меня. Это мое второе хобби – сад, цветы. Наверное, все женщины любят цветы. Особое внимание Алена уделяет цвету и фактуре. Уверена, иногда они могут сказать намного больше, чем сам объект. Поэтому в работе используют сложную послойную технику живописи, а также мастихин – специальный художественный шпатель, который помогает создавать объемные динамичные мазки. На самом деле, в основном это мужчины-художники используют эту технику, потому что она требует определенной силы, определенная техника наложения мазков идет. И поэтому она очень интересная, потому что это смотрится более объемно. Некоторые картины для меня это как 3D просто. Престижную работу Алена сменила на искусство. Учится в Лондонском арт-колледже, осваивает новые техники. Подруга и бывшая коллега Валентина жалеет, что фирма лишилась ценного сотрудника, но в то же время радуется, что в мире украинского искусства появилось новое имя. Я с удовольствием их покупаю, потому что действительно они преобразили вот среду моего обитания. Я встаю, и Алены картины, собственно, сделают мой день, даже если за окном дождь, снег, неважно. Поэтому я думаю, что такие оптимистичные, светлые, радостные картины особенно актуальны в наше непростое, может быть, не всегда радостное время. После выставки часть работ вернется к своим владельцам в частные коллекции, а некоторые отправятся в Нью-Йорк для участия в новом проекте. Тамара Кононенко, Евгений Савицкий, UATV. Помощь друзей для исполнения мечты. Львовянин с инвалидностью покорил на спецколяске самую высокую точку Украины. Иван Маслюк отправился на Говерлу вместе с компанией друзей. Они несли коляску, помогли парню исполнить его давнюю мечту. Молодые ребята не впервые оказывают такую помощь людям с инвалидностью. Участники инициативы рассказывают, если нет возможности передвигаться самостоятельно, это не повод сдаваться. Для активных поездок ребята предоставляют специальные коляски. Летом команда осуществит более 10 выездов в горы. Проект задумывался как инклюзивный. Творите добро, и оно непременно вернется к вам. А также оставайтесь вместе с UATV для того, чтобы знать об Украине больше. Увидимся!